хорошо, не обязательно всегда пробиться. Если ты чувствуешь, что один дышал, сохранишь. Когда болельщики любят, когда смотрят на поле игрока из школы, клуба. Так сейчас будет 8 игрока, что воспитанники Локомотив, я думаю, это хорошо. Я уверен, что они могут сделать хороший матч и хороший результат. Thank you.
я очень счастлив, что сегодня мы выигрывали. У нас было много молодых игрока. На концу, я думаю, 11 воспитанников Локомотив был на поле на сегодняшний матч. И у нас были моменты, были тоже Урала, та неважно сейчас. Для меня очень важно, что закончили сезон с победой, с победом, и что много молодых игроков были на поле сегодня.